всем! С вами Амфибина Лаборатория Закон Клуба и долгожданное продолжение роликов о разведении древолазов. Сегодня мы расскажем, что делать, когда настал этот животрепещущий момент, когда вы открыли домик древолаза, а там... О, господи, это же икринки! Я сегодня обнаружила икринки у пятнистых древолазов аварапы. Не будем перенастраивать камеру. Я быстренько принесу их сюда. Подождите минутку. Тан-тан-тан. Вот такой домик стоит у аварапок. И они туда несутся с завидной регулярностью. Наверное, раз в 2-3 недели. Сегодня они схалтурились, снесли всего лишь 6 икринок. Для них это не очень характерно, эта пара. У меня несется одной из первых, она уже как следует подходит к этому делу и зачастую может принести даже 10 икринок, 11, все они будут оплодотворены. Они у меня клевые. Достаточно грязный получился слой воды, мне это не нравится. И более того, так устроена их чашка, так устроена их скорлупка, что она великовата, и поэтому она подходит не для нижней части чашки Петри, а для верхней. И мне неудобно накрывать ее, понимаете, для инкубации. Неудобно. Поэтому я буду осуществлять процедуру переноса икринок. Вы стараетесь икру особо не тревожить после снесения, но... Один разочек перенести, в этом нет ничего страшного. Я наливаю водичку, можно просто чистую водичку. Можно, у меня здесь она чуть-чуть затемнена кондиционером Сера Blackwater. Чуть-чуть. Но это даже незаметно. Это у меня пипетка Пастера с отрезанным кончиком. Я и вот так переношу. Очень-очень легонечко. Если я вот занимаюсь переносом, я стараюсь икринки располагать поодаль друг от друга. Если вдруг одна из них окажется неоплодотворенной и начнет тухнуть, то можно быть уверенной, что зараза не перейдет на другие живые здоровые икринки и не убьет их. Так безопаснее. Но на самом деле сейчас все 6 икринок кажутся мне достаточно хорошими. Видите, они все ровные, они все яркого черного цвета, у них хорошие оболочки. Тьфу-тьфу-тьфу. Можно ожидать, что вся кладка будет живой. Хотя нет, вот эта вот икринка чуть-чуть как будто бы посветлее, может быть, она и не оплодотворена. Но мы узнаем об этом через несколько дней. Если бы у меня вода была чистая в чашке Петри, я бы не переносила икру даже. Я бы так ее и оставила. Что я делаю обычно с кладкой дальше? Икра достаточно уязвимая штука. Она может быть подвержена гниению, на нее может сесть плесень, сапролегния часто садится на икру. В природе икринки защищены от этого уходом родителей. То есть родители-древолазы ухаживают за своей кладкой, они приходят, смачивают брюшком. Наверняка на коже у них куча антисептических веществ. Это же древолазы, вообще это же лягушки, это можно ожидать. И поэтому, видимо, так они справляются с неблагоприятной флорой и фауной на поверхности своего будущего потомства. Но в условиях искусственной инкубации нам нужно как-то по-другому защитить икру. Мы пользуемся самым обычным кондиционером для аквариумов, который называется метиленовый синий. Я думаю, он всем хорошо знаком. Он очень хорошо защищает от бактериальных инфекций из плесени вашу икру. И
его применение по нашему опыту очень сильно повышает выживаемость кладок. Я целую каплю запускаю в воду. Да, раствор метиленки получается очень насыщенным. Видите, слой очень тонкий. Икра должна выступать из воды, чтобы дышать. И вот на такой крошечный объем я вот так много метиленки запускаю. Но, по моему опыту, можно запустить и еще больше метиленки, и икре это никак не повредит. Это достаточно безвредное вещество. Кстати, вы знали, что метиленовый синий изобрели для того, чтобы бороться с малярией? С малярией его употребляли внутрь, но потом оно разонравилось людям, потому что моча становилась зеленой, а белки глаз голубыми. Ну, в принципе, легко предположить. Я вот не знала. Потом я просто накрываю второй частью чашки Петри нашу конструкцию. Мне, опять же, ужасно нравятся чашки Петри, потому что через прозрачное стекло я могу наблюдать за развитием икры, не тревожа ее, даже не открывая. Воздуха икре хватит в этом объеме. Все равно, так или иначе, пару раз за те две недели, что икра будет инкубироваться, вы откроете эту баночку, запустите туда еще чуть-чуть воздуха, и тем более его хватит. И плюс я сверху пишу название пары, которая сделала кладку, и дату. Какая у нас сегодня дата? 11.03. Таким образом, мы сможем наблюдать за развитием икры, будущих головастиков, отслеживать порчу икры, не открывая какие-то конструкции, а просто пройдя мимо и такие: о, кажется, она подгнивает. Это очень удобно. Обожаю чашки Петри, поэтому. Вот. Ну, по дате мы поймем, когда же нам ждать вылупления. Вот, я так нахваливала ум древолазов, как они прекрасно знают, куда им откладывать свои икру, как все замечательно с этими чашками Петри и кокосами. Но вот именно сегодня мои древолазы сделали такой косяк. Они сделали две пары, отложили две кладки в положенных местах. Ну и так оно обычно и происходит. И исключения очень редки. Обычно разве что какая-нибудь трубка, которую вы положите, покажется пятнистым древолазом симпатичнее, чем домик, и вы можете найти иногда икринки там. Но исключения все-таки бывают. Вот сегодня меня страшно удивили пятнистые древолазы цитронелла. Они давно размножаются. Оплодотворенные кладки делают не так давно. Но все всегда свои кладки они делали вот в этот домик. Все было хорошо до сегодняшнего дня. Сегодня. Да-да-да, про тебя рассказываю. Сегодня я нашла кладку в миске. Да. Нет, я не знала, что так бывает. У меня это первый раз. Но все когда-то случается в первый раз. Это миска, которую я ставлю животным, чтобы туда насыпать муху. Смысл не в том, чтобы они ели с миски, а в том, чтобы мусор, который попадается, не расползался по террариуму, не попадал в подстилку. Высыпаю корм в мусор всякий, корм в миску, мусор остается там, муха выбегает, они вот за ней охотятся. Но они решили, что почему бы там не отложиться. Понятия не имею, почему. Очень смешные ребята. Ну, молодцы, спасибо. Икринки красивые. В миску, так в миску. Про эту смешную кладку. Вот эта чудесная кладка Citronelle. Она мне страшно нравится. И причем даже мисочка чистая. Я бы даже не стала ее пересаживать, если честно. Но никогда не инкубировала икру таким образом. И мне страшновато. Поэтому я все-таки пересажу их в чашку Петри. И произведу инкубацию привычным мне способом. В миску, понимаете? Ну ладно, если бы они сделали это в
какое-то укрытие. Пару раз у меня древолазы в трубки коры неслись. Я бы это еще поняла. Там скапливается вода, это похоже на... Неужели скопилась вода в миске? Неужели миска выглядит как приятное укрытие? Короче, цитронеллы меня страшно удивили. Я к такому меня жизнь не готовила. Вот, добавляем метелиночки. Можно ее даже не размешивать, потому что диффузия сделает свое дело, все само по себе размешается. Чашки Петри, конечно, должны быть чистые, лучше кипятком их обдавать. И все такое. Так, кто это у нас? Это у нас Citronella 1. Четыре икриночки. Самка Citronella вообще у нас не любит сильно откладываться. А вот эти древолазы удивили меня еще сильнее. Сейчас я спущу, покажу. Это странно, потому что тут тоже не было никакого укрытия. Но я каюсь. Я все это время, что эти древолазы жили в этом террариуме, держала домик в углу, в одном углу. А потом решила, что он им не нравится, и перенесла домик по центру террариума. А они буквально через 2 дня снесли икру в тот угол, где домик был всегда. То есть, видимо, они его облюбовали, место им нравилось, они привыкли туда ходить и думать, что у них там домик. А потом я взяла, убрала дом, они растерялись, взяли и сделали кладку, собственно, там, где ей положено быть. Я прошу прощения, ребятушки. Это их новый террариум, в нем они откладываются первый раз, поэтому у них косяк. Немножко грязная штука, но я думаю, что все равно тут все более-менее чисто. И чтобы нам не запариваться, я просто грязьку отсюда уберу, а икру мы с вами оставим на листе. Ага. А икру мы с вами прямо оставим на листе, и пусть она так и инкубируется. Нафига ее тискать? Эта пара тоже раньше много размножалась, поэтому хорошие кладки. Обычно тоже сразу оплодотворены. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 икринок. Молодцы, короче. Добавим метиленочки. Чуть-чуть ее распределим. Все. И будем ждать успеха или неуспеха этой инкубации. 0,3. 1,3. Собственно, на данном этапе это и есть все премудрости. Теперь мы просто ждем, если вдруг, вот сейчас покажу, отлично. Отлично у нас здесь кладка азуреусов, сделанная 4 дня назад. Наконец-то появились признаки развития кладки. Видите, маленькие зародыши появились поверх икринки. И они пока выглядят просто как полосочки, но отчетливо мы видим, что икра развивается. В то время как неоплодотворенная икринка стала тухлая, некрасивая, увеличилась, стала белесая. Чтобы она не портила нам праздник жизни, мы ее удаляем
и выкидываем. Наших красавчиков. Что-то мне не нравится. Тут все как-то стало мутновато от этой икринки. Наших красавчиков я бы еще разочек прикапнула метиленочкой, чтобы точно жизнь их была легка и приятна. Ну и все. Пускай они дальше продолжают развитие. А тухлую икру я отдам сверчкам. Они ее обожают. Я, когда ее выкладываю к сверчкам, они буквально через минуту напрыгивают все, не могут оторваться, дерутся еще за то, чтобы ее съесть. Очень им нравится. Белковый прикорм, всегда хорошо. Все, таким образом следите за кладкой. И когда ваши головастики начнут выбухляться, давай еще одну стадию развития покажем. Наблюдать за этим страшно интересно. Видите, икринки увеличились в размерах. Отчетливо видны ниточки наружных жабр. Причем я даже рассматривала их под микроскопом. В этих ниточках видно, как циркулирует, мало того, что кровь, видны отдельные эритроциты. Эти жабры, они толщиной, вот буквально с парочку эритроцитов. В них циркулирует воздух. Головастик там внутри умудряется дышать, жить, развиваться и набираться сил. Видите, все они уже достаточно крупные, сильные, похожие на взрослых головастиков. Я думаю, что пройдет буквально дня два, и они вылупятся и начнут тут у меня сучить хвостиками в этом слое воды. А что мы будем делать, когда это случится, я расскажу вам в следующих роликах. Ван Ван, Фидийная лаборатория Зоохом Клуба. Если у вас остались вопросы по этому этапу разведения древолазов, задавайте их в комментариях. Если вам интересна эта захватывающая тема, следите дальше за нашим каналом. Пока! Оставайся с нами. Оставайся с нами, наш маленький дружок. Наш маленький дружок. Тебя ждет много интересного. А-а-а.